Мы организовали большие крупные ярмарки с помощью областей нашей республики в каждом административном районе. Чем богата область, с какими предприятиями, все это будет доставлено в Минск, так сказать, приближено к нашим жителям. Цены на таких ярмарках в каждом районе будут непосредственно производителей, без торговых надбавок. И думаю, это привлечет большое число покупателей на ярмарки.